рамках уголовного дела о закупке администрации Рязани снегоуборочной техники в каком статусе находятся сотрудники управления благоустройства, которых держали помимо Фурфурак? Была ли сделана оценка следствия в соответствии закупленных машин для нужд города? И проводилось или, может, будут проводиться еще проверки иных закупок УБГ? Давайте я вам отвечу на крайнюю вашу. Это самое ли проводиться? Да, обязательно будут проводиться. Но данный материал, он находится не только у нас, но и в Министерстве внутренних дел. Поэтому не могу вам ничего сообщить, в каком ранге находится то или иное привлекающееся лицо. Да, я не могу обвинять человека в том, что он не совершил. Следствие, суд покажет, что, на что и как гораздо. В этом направлении работа будет проводиться.